Добрый день! Интернет-магазин Takida, takida.tools, представляет вам видеообзор сварочного аппарата Dniprem SAT Mini 250M, который нам любезно согласился предоставить производитель. Итак, аппарат Dniprem SAT 250M и SAT 250MK – это модели новых сварочных аппаратов от производителя Dniprem, которые поступают в продажу в марте 2016 года. Чем интересен аппарат? Ну, во-первых, компактные размеры. Это маленький корпус. Это один из наиболее компактных аппаратов, представленных на сегодняшний день на рынке. Это первое. Второе. Аппарат имеет очень простые особенности по эксплуатации. Проще на сегодняшний день тяжело встретить также на рынке. Какая основная особенность данного аппарата? Он не имеет кнопки включения. Видите, на задней панели кнопки включения нет. Для того, чтобы начать производить работы, аппарат просто необходимо включить в обычную сеть 220 вольт. Подключаете в сеть, и аппарат сразу же готов к работе. Подключили в сеть и просто подносите электрод к металлу. Несколько раз постучали для того, чтобы запустить сварочный процесс, и можете спокойно приступать к работам. После простоя 3-4 минуты аппарат переходит в режим ожидания. Таким образом, экономия электроэнергии. Системы автоматически отключаются. Аппарат имеет привлекательный дизайн. Достаточно интересно будет смотреться и не испортит вам даже домашнего интерьера. Так, давайте попробуем поработать аппаратом и посмотрим, на что он способен. Возьмем для этого основной, наиболее распространенный в быту тип электрода. Это электрод ANO для переменного тока и диаметр тройка, самый популярный. Посмотрим, справится ли аппарат с работой. Как видите, сварочный процесс проходит достаточно легко, просто, потому что аппарат имеет системы стабилизации дуги и систему легкого поджига электрода. Система легкого поджига электрода позволяет быстро словить дугу для того, чтобы начать сварочный процесс, а система стабилизации дуги позволяет вам обеспечить равномерную дугу, равномерное ведение электрода. И в тот момент, когда рука у вас дергается, то аппарат стабилизирует напряжение для того, чтобы сварочный процесс не прерывался. Таким образом, облегчая работу даже для начинающего сварщика, например, как я. Ну, с одним электродом аппарат справился достаточно легко. Посмотрим, как справится с большей, немножко большей нагрузкой. Запустим еще один электрод. Посмотрим, выдержит ли аппарат, хватит, насколько его хватит. Сварочный процесс идет без проблем, легко, удобно. Что могу сказать? Достаточно комфортно работать, дугу легко держать, никаких сложностей работа аппаратом не вызывает. Достаточно комфортно, легко, удобно. Для дома то, что нужно. Ну, попробуем спалить третий электрод, не давая большого отдыха аппарату. Как видите, есть функция антистик в начале работы, когда электрод начинает залипать, его достаточно легко оторвать.
Ну и в конце посмотрим, насколько хорошо аппарат сам держит дугу. Как видите, шов полностью положен, ни разу процесс не оборвался. Это говорит о том, что система стабилизации работает на достаточно высоком уровне. В итоге, что можно сказать об этом аппарате? Днепр-М SAP 250M и модель 250MK достаточно надежные и очень удобные в эксплуатации аппараты ввиду своих малых габаритов, простых систем, которые помогают работать даже неопытному сварщику. Аппарат для дома то, что нужно. В официальных точках продаж действует гарантия 3 года.